На улице Львовской асфальт ушел под землю. Прямо на проезжей части образовалась глубокая яма. Сейчас здесь перекрыто движение. Любой момент яма может увеличиться. Даже ограждающие знаки не останавливают любопытных. Полицейские отгоняют зевак, опасаются, что может произойти еще большее обрушение и местные. Вон, посмотрите, только сегодня заделали. У меня есть фотографии провала этого люка. На городском сайте кто-то из ребят повешал, машина чуть не въехала. То есть, получается, провал один заделали и второй образовался? Еще больше? Он здесь и был провал, я им об этом говорила. Вот в чем дело. В инфоксадоканале назвали официальную причину обрушения – авария на канализационном коллекторе. Местные говорят, что конфликт разгорелся, когда выяснилось, что поломку нужно чинить за их счет. Там 8 труб. Раз, два, три. Три трубы наши. Нормально все. Куча левака подключена. Они вместо того, чтобы искать левак, они забили нам канализационные трубы, просто деревянные кляпы. У меня слов нету, мы 2 дня плавали. Я ей звоню, она говорит, все вопросы на бассейн опять. И нас здесь разводили 15 тысяч гривен, чтобы мы это сделали. Я писала, что провал, провалено полностью здесь все. В чем наша вина? Люк на дороге должна делать я. К счастью, в момент обрушения на дороге не было машин. Никто не пострадал. Слава богу, мы не видели, потому что мы были бы в этой яме, если бы мы видели. Потому что мы выезжаем каждое утро и как раз в центр дороги. На данный момент огромную яму оградили. Обещают в ближайшие дни залатать обвал. Но местные боятся, что пока проблемы с канализацией не решат, на их улице асфальт будет продолжать уходить из-под ног. Анна Городенцева, Наталья Долбуш, телеканал «Репортер».